Спасибо большое. Дорогие друзья, сейчас я с удовольствием приглашаю всех вас на наш такой импровизированный, эстрадный, но в любом случае съезд народных и заслуженных, и вообще нормальных людей, кого волнует, кому не безразлично то, что происходит с нами, с вами в нашей жизни. Председательствующий съезд, артист эстрады Константин Глушков. И маэстро Михаил Семенов. Товарищи, задача съезда заключалась в том, чтобы решить те задачи, которыми озадачена вся страна, которая представляет собой одну неразрешимую пока задачу. На любом съезде, как и на любом другом концерте, сначала заслушивают ветеранов, которые как на концерте, так и на любом другом съезде начинают нам что-то петь. Вот и сегодня мы по праву предоставляем первое слово такому неугомонному певцу, народнику Семену Ивановичу Некозловскому. А где он? А где Семен Иванович? Ну, давайте тогда вы. Я не могу, я председатель. Ну, а что делать? Стёб да стёб кругом. Застивал местком, застивал гургас, застивал Минхим, застивал Минпрод, застивал Минфин, застивал Медлен и немножко спит, и куда ни глянь, всюду Стёб стоит. Наточу топор, замастырю гроб, застивал в упор всю Россию. Стёб. Так, теперь чтецкая мастерская. Я хочу предложить вашему вниманию молодое дарование. Ему всего 8 лет, он очень молод. Но, несмотря на это, он замечательно читает стихотворение «Ёлка в Кремле». Зовут это молодое дарование Ванька Пупкин. Чего, опять нет никого? А где Ванька? Пупкин. За Пупкина отвечу. Там, да? Туда, да. Ванька. Назначен Новый год в Кремле декретом ВЧК. Играет Сталин на пиле бессмертного сурка. Смешались нынче времена, за праздничным столом идет столетняя война татары под Орлом. Какая ель у нас под Новый год, такой не видывал досель, видавший все народ. На ней усиленный наряд из пулеметных лент. Висит матрос, висит солдат, висит интеллигент. Метет по всей земле железная метла, и играет Сталин на пиле, чудные его дела.
Его аршином не понять и не объять умом, он сам себе. Отец и мать в лице своем одном. Все? Да, смело. Как говорится, молодые вышли на дорогу, старикам везде теперь учет. Так, теперь кино. Ну, в кино свои проблемы, в частности, проблема амплуа. Что такое амплуа? Допустим, актер сыграл в кино бандита. Все с этого момента, с этого фильма, он на всю жизнь бандит. Сыграл Карла Маркса, может уже не бриться. Снялась в эротической сцене баста только в том же плане, в том же ракурсе, в той же позе, даже если нет сценария и кинокамеры. А эротика у нас сейчас в фаворе, сами знаете, такой историко-эротический кинематограф. Ну так и получается, что актер сначала привыкает к своей роли, потом вживается в нее и уже в жизни пользуется интонациями и манерами своего типажа. По-другому уже никак не может говорить. Вот и давайте с вами понаблюдаем за тремя такими актерами, которые бойко обсуждают вопрос, быть эротическому кино или нет, а обсуждают с очень знакомыми интонациями. Получается, что вы опять за троих. Ну, заплачу, конечно же. Хорошо. А где доклад? Там вот, с большой буквы, с красной строки там. Угу. Ничего себе. Ну, я много заплачу. Товарищ, вы не представляете, что творится в нашем хваленом кинематографе. Это какой-то бардак. Бардак и типичная махровая анархия. И не спорьте со мной. Хотя некоторым товарищам нравится. Некоторые товарищи полагают, что эротическая революция, о которой так долго молчали все большевики, свершилась. Товарищи просто ни черта не смыслят ни в революции, ни в эротике. Представьте простую ситуацию. Верхи не могут, низы не хотят. Это эротик. А когда непонятно, где верхи, а где низы? Я извиняюсь, батенька, но это уже порнография. Ну куда? И подобные кадры из фильмов нужно вырезать, 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 отдавать все детям, детям, детям. Им все равно, что смотреть. Вы, конечно, спросите, как же взрослые, тут мы пойдем другим путем. Представьте, что в процессе самой разнузной, самой что ни на есть эротической сцены наши советские партнеры ведут разговор о судьбах крестьянства Сибири, о выборах в местный совет. Хотя господа капиталисты в подобных ситуациях стараются помалкивать. И знаете почему? Им нечего сказать массам. А нам есть что говорить, поэтому мы говорили, говорим и будем говорить. В любой ситуации. И под строжайшим контролем партии. Спасибо за внимание. Мне кажется, можно с этим поспорить. Можно поговорить. Например, как это... Верхи не могут, низы не хотят. Почему низы не хотят? И что это за верхи, которые не могут заставить низы захотеть? Такие верхи надо заменить на другие верхи. У нас незаменимых нет. Ни в верхах, ни в низах. У нас кадры решают все. Тем более кинокадры. Надо будет вырежем один кадр. Надо будет все кадры вырежем. Новые вставим. Не понравится, опять вырежем. Ничего, полстраны вырезали, сидим кино смотрим. Мне кажется, пока не было эротики, мы строили социализм.
появилась эротика. Мы строим правовое государство. Мне кажется, вместо всей этой эротики нужно объяснить народу смысл строительства социализма. Этот смысл заменит народу любую эротику. Я вам точно говорю. И пусть кто-нибудь попробует сказать лучше меня. Пусть попытается. Как говорят в народе, попытка не пытка. Давайте посмотрим. Разрешите мне. Уважаемые товарищи, уважаемые гости, уважаемый господин президент США, уважаемая госпожа президент США, и примкнувшая к ним госпожа Индира Гандина, простите, не могу, сори. I'm sorry. А, не могу сориентироваться. А вот. Хочу прямо сказать, что за истекший период в игровом эротическом кино сделано немало. Это нельзя не признать. Если раньше в годы застоя эротика имела место только в быту, на работе... Ого! Что-то я не помню такого. То теперь она сисью-масиським систематически. От слова «система». Что, я не вижу, что ли? Я вижу, что я дурак, что ли. Сказать-то я не могу. В общем, регулярно появляется на голубых. Ого! Главное, на голубых. Они что, исключение, что ли? Они что, лучше нас, что ли? А на голубых экранах. I'm sorry. Эротика пришла в дом, следует отметить, что ее появление в доме производит неизгладимое впечатление и вызывает чувство глубокого удовлетворения. Что-то я и этого не помню. Нельзя без волнения смотреть,
как нам то тут, то там показывают голую. Ого. Голую. Жесткую правду. Но есть и недостатки, о которых с полной откровенностью следует поговорить. Сюда по кругу пошел. Кто здесь по кругу написал? Один из главных пунктов нашего доклада. Аплодисменты. Аплодисменты. Всего 5. На складе надо было взять. Ну ладно. А вот нельзя не видеть, что иной раз под видом эротики с ее непокобелимой сутностью показывают то, что сосиси сраные. Показывает то, что социалистические страны. Социалистические страны. Ты что, я дурак, что ли? Я вижу, что социалистические страны. Ну, не знаю. Сказать-то не могу. В общем, показывает то, что не могут показывать трудящимся социалистических стран. Не отходя от идеалов социализма. Это во многом очернение, оплевывание и охаевывание. Спасибо за внимание. Так, теперь эстрада. Сейчас исполнителю эстрадной песни, для того, чтобы стать популярным у нас в стране, нужно просто уехать за границу. Пожить там, попеть. И вернуться к себе на родину с гастролями. Успех гарантирован. Пример тому, да что говорить, этих примеров сейчас так много развелось. Просто Советский Союз глазами зарубежных гостей. И вот одному такому гостю я с удовольствием предоставляю наш микрофон. Это больше здесь петь придет. Над Байкалом смог тяжелый нависает. Там заработал суперновый химзавод. Летают газики в противогазиках. Домой добраться все спешит смешной народ. Здесь раньше доном перед всеми похвалялись. Теперь же речка оказалась в трубе. Днем демонстрантики несут плакатики, а после в камерах ночуют в КГБ. Занимаюсь рыбалкой спортивной. Что за валюту, я лицензию купил. А здесь не удить, по нужде сходить противно.
Я б лучше деньги в ресторане прокрутил. Ах, вас чижу я, не поймал я ничего. Сидел на речке, задыхаясь без озона, рыбалил сутки, будто всем смертям назло. Поймал я два мужских резиновых баллона. Все говорят, что мне ужасно повезло. Эх, на рыба, кит, отловил я дефицит. Должен признаться, что вопрос экологии настолько взволновал уважаемых, популярных и не только популярных людей у нас в стране, что у трибуны, как вы сами видите, выстроилась огромная очередь желающих высказаться по этому вопросу. Но я ненадолго покину сцену, так как мне больше делать нечего. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так все загадил человек. Писала мать, я жду тебя, сынок, ты приезжай на Волгу хоть разок. Когда домой приедешь погостить, не вздумай в Волгу руки опустить. Издалека долго течет бензин в Волгу, течет гудрон в Волгу. Восьмой десяток хлебов вялых, среди снегов талых, течет мазут в Волгу, а виноватых нет. Красиво орала волна, но где теперь плещет она, бьется за кормой песок, за бортом песок, бьется, заметая корабли. Ах, море, море, бархан под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить при дураках. Шаланды полные кефали, когда кость приводил, теперь всего ведро фекалий он за неделю наловил. Фонтан отбросами забился, бульвар смердит аж за версту, наш город, кажется, накрылся. Ох, кричали грузчики в порту. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Ну и Молдаванг, и Пересыпь скоро вымрут все наверняка. Все, что было,
воды все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто язвы и гастриты, а для мужа проводы любви. Над мертвым жнявьем он и в листьях ракит, и во всем, что едим мы и пьем, вся земля приняла пестициды, уран и нитраты, строит светлую жизнь. После нас будут дегенераты. Я их такими в памяти берегу. Яблоки на снегу, сочные наливные. Тем из небес такие я больше не могу. Яблоки не могу, и груши не могу. И вишни не могу, и груши не могу. А все мы теперь такие, согнутые в дугу. Все мы сейчас больные, не пожелай врагу. Где раньше молдаванка собирала виноград. Я краснею, я тупею, винограда не видать. Вырублен под корень, палки голые торчат. Раз удалый, да очень мудрый был указ,
Отучил он пить вино нас тот же час. Отучил нас, но приучил нас. Самогон гнать в запас. Хова, чалалы, хова, хова. Ах, и пить народ наш начал то, чем клопов морили. Дорогой Егор Кузьмич, что же вы натворили? Эх, раз, за один раз, за всего лишь один раз. Да лучше 40 раз проказа, чем хоть раз такой указ. Нету мяса давно, будто и не бывало. Есть в продаже пшено, только этого мало. Только этого мало. Только этого мало. Только и пшена, этого мало. И коснувшись той памяти ближе, пара фраз вдруг летит ниоткуда. Я балык никогда не увижу, я икру никогда не забуду. Я балык никогда не увижу, я икру никогда не забуду. Тает в стране запас, что о военной не скажешь мощи. Все меньше толстых в стране у нас, все больше тощих не прокормит нам народ никак. Трудом колхозным, трудом совхозным, так пусть прокормит его кулак. Пока не поздно, пока не поздно. Рядом, рядом радость и беда. Хватит принудительных диет. Мясу, маслу, сыру, да-да-да. Пачки комбижиру, нет-нет-нет. Мясу, маслу, сыру, да-да-да. Пачки комбижиру, нет. Страна совет, мне что-то песня твоя спеет. Ой, но мне что песня твоя спеет. Скоро будет конец света, скоро будет конец света. А мы за что терпим все это? Это мы по что терпим все это? Нету власти у советов, нету власти да у советов. А ни зимою и ни летом, выйди в поле, выйди в лес. Сюда власть, как... Земля, сады и равнины, леса и поля, ты доброй судьбой нам на счастье дана, еще пятилетка и всем нам хана.
Извините, товарищи, но мне на время придется прервать трансляцию со съезда народных и заслуженных. После обзора всяких новостей мы, естественно, продолжим трансляцию с работы съезда. А начну я, пожалуй, вот с этой новости. Да, вот, собственно, и все. Следующая новость. Вот, вчера в Москве вновь не состоялся концерт Майкла Джексона. В городе Занюханске был проведен месячник борьбы с пьянством. В целях эстетического воспитания жителям города Занюханска отпускали не розовую воду и одеколон «Пингвин», а духи Клима, Мадам Роша и так далее. Мы продолжаем трансляцию со съезда народных и заслуженных и предлагаем вашему вниманию новинку совместного советско-удмуртского предприятия, которое выпустило новый японский телевизор. В этом телевизоре своеобразный режим. Изображение первого канала совпадает со вторым и наоборот. Радиожурналисты любезно предоставили нам свой материал. Внимание, внимание, говорит и показывает Кремлевский дворец съезд. Мы ведем наш репортаж с очередного спектакля, который начал свою работу в 3 периода, и каждый из которых продлится 2 суток. Итак, стартовый удар ложечки по графину извещает о том, что встреча началась. И первыми на трибуну выбегают представители «Химика» из Воскресенска. Они сейчас возглавляют турнирную таблицу. Поэтому имеют шанс в этом сезоне стать чемпионами Союза. А основным соперником у них является команда... межрегиональной группы. А сейчас пока Собчак перехватил инициативу и успешно атакует, надо сказать, просто... Прижал Каменского к борту и не отпускает. Это явная задержка. Вот, и это не только мое мнение, понимаете. Вон я... Я смотрю, и арбитр тоже в курсе. Так и есть это удаление. Удалить. Нагорного Карабаха. Это главный вопрос первого периода. Я думаю, что президиуму нужно как можно быть как можно корректней. В этой встрече действительно соперники очень сильны, уступать никто не хочет. И надо бы потрезвее взглянуть на проблему как армянской, так и азербайджанской сборной. Как это делают, например... Армейцы по отношению к воскресенцам. Хотя у них есть что делить. Золото – это уже не серебро. Вот, и это важно. Вот, я смотрю сейчас, Хомутов владеет шайбой. И давно, совершенно, надо сказать, нерегламентированно владеет. Проходит по правому, это по левому краю площадки, по центру. Сильно, как его, бросает, и шайб летит прямо в самую середину. Группы неформалов, которые также не желают уступать своих позиций, что ж страсти накаляются. А результат, ох, как далек, сезон нелегкий, и всех группировок, у всех группировок в борьбе за свои интересы лозунг один. Главное начать. Вот одна шайба побывала в воротах «Химика», это нужно серьезно уже принять во внимание. И с новыми силами углубить атаки на ворота москвичей. А как же? Тренеры «Химика» так и заявили в регламенте, что за пассивную игру своих подопечных они будут разгонять половину. Партийного аппарата страны. И я думаю, это не выход. Как говорится, в любой аппарате хватает бюрократии. Для того, чтобы решить такую проблему, нужно еще ликвидировать... Динамовцев Риги и Москвы. Тогда «Химик» точно будет чемпионом. Вот, я точно говорю, это не только вот наше мнение, понимаете. И Раиса Максимовна тоже в курсе. Вот. Не надо, товарищи. Не надо вот этого. Вот я смотрю, опять свалка у ворот «Химика».
чуть не раздавили Червякова, понимаете. Братья Квартальные уже в пятый раз в этом квартале нарушают правила. Просто забодали они этого Быкова. Я смотрю, и Быков тоже хорош. Выступили с альтернативой, хотя в этой ситуации ему более присущ был... Плюрализм, да. Плюрализм – это хорошо, это здорово. Двух мнений здесь быть не может. А я смотрю, как один за другим на трибуну спешат депутаты от той же межрегиональной группы, тоже Собчак, Попов, Петров, Иванов. Никитин, Быков и Каменский. А химик сейчас учетвером, это значит Квартали, Борцов. Зайков, Слинков, Воротников, Лукьянов, Примаков тоже претендуют. Покинуть нашу сборную. И правильно, поиграл, дай другому проиграть. И такую форму формирования нужно принять за основу. И не надо никакого ускорения, понимаете. Вот армейцы всегда стабильны, как повышение уровня жизни в западных странах. А химик у нас всю жизнь что-то химичит, понимаете. Как все равно... Центральный комитет партии. Сейчас много дебатов вокруг вопроса быть партией или сдать свои полномочия. Крыльям советов. Что, они давно уже заслуживают этого. И это правильно. И об этом говорят все организаторы этих баталий во главе с Борисом Николаевичем Ельциным. Который благодарит всех своих болельщиков. Во главе с Равком Мишановичем Мишановым, который сказал, что... Пора заканчивать. Мы прощаемся с вами. Желаем всем всего доброго, самого хорошего, самого наилучшего. Одним словом, как говорится, это работайте, и у всех все будет. Остается только пожелать нашим комментаторам заниматься каждому своим делом. Один из уважаемых депутатов, не дожидаясь своего регламента, доходчиво и точно, за всех в одном порыве, поднял легко и прочно вопрос санитарии. Значит, сказал один. Значит, вы. Ну что, как говорят, два, значит, я. Куда пропало мыло? Кому оно мешало? Вчера навалом было, и вдруг его не стало. Кому начистить рыло, скажите, Бога ради? Без порошка и мыла мы всю страну загадим. Нам надо вымыть руки, нам ноги вымыть надо. Верните мыло, суки! Верните мыло, гады! В заключение щемящую душу тему отобразил композитор, не имеющий никакого отношения к Союзу композиторов, но приложивший все силы, чтобы жизнь наших пенсионеров сделать хоть чуть-чуть послаще. Почему у нас не ценят время? Пенсионеры жить уже устали, ведь две войны они перетерпели, календари свои почти перелистали. Они звонят туда, где их не слышат, они стучат туда, где их не ждали, они и так на этом свете еле дышат, а их израненные души все солью посыпали. Не сыпьте соль на рану, народ завыл на взрыв. Не сыпьте соль на рану, она ж сильней болит. Посыпьте лучше сахар, и боль сама пройдет. Не то пошлется на фиг трудящийся народ.
Так, ну, товарищи, я думаю, всем вам ясно мнение выступающих, поэтому я закрываю съезд. Большое спасибо за внимание. До свидания. Стоп, пацан. Ты кто такой? Ты куда пошел? Мужик. Куда ты гонишь гусей? Что здесь на постановке делаешь? Ты сядь в стойло, понял? Бетховен. Они с Бетховеном одна хреновина. В чем дело-то? Вопрос. Можно вопрос? Какой вопрос? Вопрос можно? А в регламент уложитесь? Ох, регламент. В кого хочешь, уложу. Ну, пожалуйста. Маэстро, давай. Песня про жизнь. А я люблю тебя, жизнь. А за что сам я толком не знаю. Чтоб любить эту жизнь, каждый день я слегка принимаю, одурев от станка, я шагаю с работы устала. А пропустишь стакан и глядишь, вроде лучше ты стала. Мне немало дано право жить и ударно трудиться. Нафига мне оно, элиф нечем мне опохмелиться. В звоне каждого дня по утрам нет с похмелья покоя. Все дрожит у меня. Ну, жизнь, ты знаешь, что это такое. Так ликуй и бодрись в этих звуках призывов и гимнов. Все равно надо жить, как бы ни было это противно. Приступить к открытому голосованию выступил не народный, не заслуженный, не лауреат, не депутат, но имеющий непосредственное отношение к данному съезду артист эстрады Михаил Евдокимов. Я говорю народным и заслуженным артистам популярным говорю. Работать на эстраде надо дружно нам, я как цветы пародии дарю. Поверьте вы тому, кто пародирует моим простым и искренним словам. Ведь если нам сегодня аплодируют, так значит аплодируют и вам. Звучит пародия, как эхо, и словно эхо в зале смех. А я хочу сказать без смеха, что в этом смехе наш успех. Звучит пародия, как эхо, и словно эхо в зале смех. А я хочу сказать без смеха, что это общий наш успех. Михаил Семенов, Константин Глушков. Порою, что
таланты, чья жизнь уже, увы, оборвалась, не распрощались с нами безвозвратно, а каждый день, как прежде, среди нас. Они с пластинок, пленок и с экранов глядят и подают нам голоса. Я уверен в том, что еще рано нам провожать их жить на небеса. Если бы могли они, как прежде, здесь, рядом с нами на эстраде стать, познать все наши радости, надежды и вместе с нами петь и горевать. Алло, алло, колхоз Победа, исправны с вами говорят. Скажите, как идет у вас аренда и как внедряется подряд? Все хорошо, любимая газета, дела идут на лад, пока ни одного печального сюжета, за исключением пустяка. Пастух Иван, наш арендатор, арендует, укроет матом, а в остальном, любимая газета, все хорошо. Алло, алло, колхоз Победа, а почему Иван так зол? И чем ему не нравится аренда, что он плохого в ней нашел? Все хорошо, любимая газета, он был аренде очень рад. И на откорм у сельсовета взял 240 поросят. Он откормил их всех за лето, а получил он шиш за это. А в остальном, любимая газета, все хорошо. Алло, алло, колхоз Победа, какой кошмар, какой позор. Вот от того с аренды нашей беды, что плохо держим уговор. Все хорошо, любимая газета, как было уговорено. Все 10 000 за свинину эту ему лежали в кассе, но народ узнал про это дело, и касса в тот же день сгорела. А в остальном, любимая газета, все хорошо. Алло, алло, колхоз Победа, я поподробнее попрошу. Моя статья пойдет в газете в среду, и я все это опишу. Я понял вас, любимая газета, аренде друг я, а не враг. В своей статье вы напишите это, а дело, значит, было так. Иван арендный взял подряд и 240 поросят, и попросил у нас корма. Мы говорим, кормов нема, он только транспорт попросил. И у соседей раздобыл, сосед не дал ему колхоз, но без руля и без колес. Он всех подальше нас послал, все на горбу перетаскал. Свиней он осенью привез и первым сортом сдал колхоз. Бухгалтер сумму посчитал, сразу в обморок упал. Там вышло 1045, ну чтоб народ не раздражать, решили 20 000 писать, еще 15 удержать и только 10 в руки дать. Народ и это не простил, ферму Ваньки подпалил, огонь по крышам понесла, и загорело все село, и полыхало до утра. Но это тоже все мура, ведь не беда, что все без крыш, зато Ивану вышла шиш, и вот теперь Иван сидит и всю аренду материт, а вместе с ним и весь народ ее куда подальше шлет. А в остальном, любимая газета, все хорошо. Товарищи, не надо шуметь, не надо выскакивать. Как говорил мой шеф, болтун находит блюдо дома. Перестройка кончится, Чурбану выпустят, а тебе посадят. Без суда и следствия. Опись, протокол сдал, принял и все. Будешь там не партию учишать, а туалет ты по сортир. Как говорил мой шеф, бить будут аккуратно, но сильно. Давай. Я отставной. Прощай, Лубянка, дом родной. Спасибо, шеф мой старый. Взял вы турист швейцаром. Эх,
есть теперь валюта. Да ну ее в болото, всем улыбайся туда, а мне хватать, а мне сажать, а мне стрелять охота. Туда, где рынок гудит, снова туда, где кругом дефицит. Каждый второй рэкетир там и вор. Кооператор ты, как каскадер, со смертью играешь, смелый дерзок твой труд. Все вымогают, потерят и клянут. Каждый унизит здесь тебя норовит. Каждый шипит, обнаглел паразит. Да, я рвач паразит, так что же? Ваш госплан дать товар не может. Как они от меня далеки, далеки. Те, кто сами едят пайки. Закончен день, закрылся рынок до рассвета. Такси, как птица, со мной мчится. Приятным звоном в кошельке звенят монеты. Но боль в затылке, и меркнет свет. И кошелька в моем кармане нет. Меня швыряют рэкетиры в кювет. В ночном тумане исчезает их след. Лежу в грязи я, боль свою затая. Так жить в России судьба моя. Хозяйки, мои прекрасные хозяйки, напрасно ищите икру. Не стойте, отойдите, не выбросят заказ. Я говорил вам, не ищите, я говорил вам, не взыщите. Изобилье не для нас. Конфеты, галеты, котлеты, ланбеты, паштет. Сегодня все это по распределителям где-то. Зато в изобилии есть у нас всякие сметы. Анкеты, запреты, советы, портреты, билеты. Вся жизнь наша ими как солнцем июньским согрета. Еще пару лет и клянусь, наша песенка спета. Thank you.
умру от депутатика. Вот это точно не формал. За всех наш товарищ Сантюков на мини-клубе так орал. Ну а вот тот похож, ты глянь, хоть раз с диван пристань. Нет, нет, ты глянь, как лепит, глянь, как Ельцин, Вань. Ты лучше, Зин, не трогай Ельцина. Какой не есть, а он за нас. Ему ж не грош в базарный день цена, и он в обиду нас не даст. Он, говорят, недавно, Зин, зашел в Нью-Йорке в магазин и там открыл в отделе вин, что прячут джин. Ой, Вань, гляди, Михаил Сергеевич руками машет, как чумак. И вроде говорит умеючи, да не поймешь его никак. Ты тоже мог бы так, Иван, когда бы был порежь пьян и не дымил, как наркоман. Ты че, Иван? Ты, Зин, от гласности сдвигаешься, но как тут, Зин, не поддавать? Домой тверезым появляешься, а ты с Лукьяновым опять. От болтовни, от этой, Зин, мы точно будем пить бензин. Зайди в любой ты магазин, ведь пусто, Зин. Ой, Ваня, гляди, голосование вчера вопрос-то не прошел. У них на прошлом заседании какой-то кворум не пришел. И ты всегда такой, Иван, то пристаешь, как басурман, а как скажу, давай, Иван, так ты в чулан. Ты, Зин, считаешь, он обязанный сидеть до ночи, как козел. Ведь это я тут как привязанный, а кворум взял ты и ушел. Когда закроют 8, Зин, кто ж его пустит в магазин? Он кворум, Зин, а не грузин. Смекаешь, Зин? Ой, Вань, гляди, закон о пенсиях. Сейчас начнут на кнопки жать. Я же, Вань, на этих ихных сессиях волнуюсь, будто мне рожать. За кого вообще, Иван? За наших, за которых глянь. Ну чё молчишь, как истукан? Скажи, Иван. Ты где там наших, Зин, увидела? Ты, Зин, глаза свои протри! У них у всех там по три видео, а у тебя рекорд в кредит. У них с охраны лимузин, да спецпоёк, а наши, Зин, штурмуют винный магазин, как зимний, Зин. Вау!